вечереет, друзья. 7 часов вечера. Это первый фривей. Такое живописное место вдоль океана. Идет тут недалеко от океана. И здесь еще не закрыт ларек такой овощной. Мы с вами зайдем. Это наш студент. Вот, посмотрим, какими судьбами. Ну вот, приехали на каяках покататься. Ну, покатались на каяках? Да, сегодня классная погода была. Мы посчитали, мы сделали почти 20 километров. Я в это не мог поверить, что это так много. Вы такой здоровенный бугай-то. Да ладно. Да ладно, какой я, какого роста? 6,2. А, это метр девяносто. Метр девяносто, да. Ну вот, я видите как, я тоже такой большой. Ладно, ну, вам нравится этот магазинчик. А он, ну, видите, я даже не знал, что тут есть. О, есть вот тут, есть там дальше немножко есть. Да, тут очень, да, очень хорошие цены. Случайно увидели. И киви за 7 киви за 1 доллар. 7 киви за 1 доллар. Света, мы хотим 7 киви за 1 доллар. Света не уверена. Ну пошли посмотрим, пока не стемнело. Да? Ладно, давайте. Счастливо. Давайте встретимся. Так. Такое ощущение, что они уже как-то собирают. Тут обычно вот в этом месте стоят лотки, которые на улице. Так. Ага. Трешки за 3 доллара черника. Ну, кстати, в выборе можно взять на 3 доллара. Так, бананчики за $1.99. Такие маленькие. Свет, а в чем смысл маленьких? Они не такие сладкие, они совершенно другие по вкусу. Да, но вот с точки зрения как бы питательных качеств. Я даже думаю, что мы можем взять одну, допустим, на работу, позеленее бы желательно взять. Ну, возьми одну. Дело в том, что пишут, вот мы сейчас читаем много, изучаем, вот $1.49 папайя, что в банане есть там много полезного, и надо периодически там по чуть-чуть. Ну, посмотрим, ладно. Я подумала половинку, потому что здесь их очень много. Посмотрите, какой называется драконовый фрукт. Вот написано, видите, dragon fruit. Свет, а мы когда-нибудь ели такой dragon fruit? Что с ним делать? Очень интересно. Ну, если хочешь, можешь взять на пробу. Ну, подожди, а так надо почитать. Может, ну, а может, нам вообще вредно? Да. Яблочки. Вообще, в таких местах часто бывает, знаете, там чего-нибудь 10 за доллар. Вот, пожалуйста, манго. 3 за 2 доллара. Или там какие-нибудь... Ну, в данном случае не такие дешевые. Бывает там 10 апельсинов за доллар, что-нибудь такое. И вот мешок яблок. Я не знаю, сколько там веса в этом мешке. Но вот посмотрите, какой мешок яблок. Маленький яблок. Может быть взять, да. Давай, на работу. Я на работе, да, ем на перекус, само собой, маленькие яблочки. Так. Ну что у нас тут? Значит, $50, $50 за фунт апельсинов. Это недорого совсем. Как бы по нашим понятиям. А вот киви, пожалуйста, 7 штук на доллар. Ну, они такие небольшие киви на доллар. А вот этих лимонов на доллар 4. Вот, пожалуйста. И это мы с вами, друзья, 1 апреля как бы находимся на таком вот рыночке. Все-таки это не самое урожайное такое время, да? Груши $1.49. А вот эти груши $1.69. Gala Apples, яблочки $1.49. А тут какие-то Blood Oranges, кровавые. Ну, сказать, что это Oranges, вообще, ну да, это апельсины. Хотя, так чисто внешне, они на мандаринки больше похожи. Granny Smith, это хорошие яблоки, кстати. И вот Honey Crisp очень хорошие. Может, да. Может, ты хочешь, вот эти я есть не буду, а вот эти я буду есть. А эти крупнее, вот Honey Crisp покрупнее получаются. Еще раз, Свет, ты можешь взять и тех, и этих. Нет, я хочу, чтобы ты их забрал на работу. Все, я заберу на работу те, что поменьше. Так. Это вот Golden Delicious, сладкие такие, яблоки хорошие, $1.49. Фуджи тоже очень хорошие. Тоже $1.49. Манго. Ну вот эти, тоже здоровенные. Две за три доллара или одна за $1.79. Это вот такие же яблочки, как мы уже подобрали, да? Так. А вот, пожалуйста, маленькие апельсинчики. Написано, маленькие апельсинчики. 7 фунтов. Слушай, ну это вообще охренеть.
7 фунтов за 1 доллар. Ну, их не почистить, ничего, они, видно, кислые еще. Ну, я не знаю, но, во всяком случае, да, ну, друзья, ну, не хотите, не берите, я что, кого-то я уговаривал. А вот мешок, пожалуйста, мешок апельсинов за 4 доллара. Слушайте, это мешок серьезный, я не знаю, сколько там на нем написано. А? 8 фунтов, это примерно около 4 килограмм, да, значит, вот они за... 4 доллара. А вот такой, знаете, валом, или как называется, россыпью, как это вот слово есть такое? Да, вот эти вот, которые 7 на доллар, 7 фунтов на доллар. Так, спаржа по трешке. Так, авокадо 3 штуки за 2,50. Артишоки 3 за 7 долларов. Ну, вот так вот вы смотрите. Здесь цены пониже, чем просто в магазинах. В таких местах. Ну-ка вот, почем у нас чеснок 1 апреля? Гилройский. Гилрой – это столица чеснока. Там даже по хайвею едешь, и там пахнет чесноком. 4 доллара за фунт. Авокадо 6 на доллар. Вот такие маленькие, 6 на доллар. Арбузы. 6 долларов за штуку. Так, а вот картошечка. Что там картошечка у нас? Мешок картошки 2,50. Ну что ж, друзья, напоследок клубничку снимем. Слушай, я хочу сказать, что это странно даже. А где же они ее вырастили, чтобы 1 апреля? Это что, урожай Нового года, что ли? И почем же оно идет? Нет, написано местная клубника. Вот смотрите. Местная клубника 8 долларов за такую вот из трех корзиночек. Из трех корзиночек. А если, например, большой ящик, то. Ага, вон там цены. Вон там цены. Написано, ну, грубо, 14 долларов за вот такой ящик. Вот такой. Вот три раза там, два раза по три. Вот этот стоит 14 долларов. А когда совсем вот не разнимать. Я даже не знаю, сколько обычно пишут там какую-то цену. Но здесь нет.